Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос по делу», и сегодня я ее ведущий, Хачатрян Артем, директор брокерской компании «Финам». И сегодня у нас в гостях заместитель управляющего по корпоративному бизнесу ростовского отделения Сбербанка Руслан Салимов. Руслан, здравствуйте! Добрый день, Артем! Руслан, мы сегодня хотим рассмотреть с вами вопросы, посвященные финансовой грамотности. И сама по себе финансовая грамотность в основном ассоциируется с умением населения работать со своими деньгами. Но мы все прекрасно знаем, что существуют еще и компании, так называемый корпоративный бизнес. И я думаю, что в сложившихся экономических условиях понимание правильной финансовой грамотности и для юридических лиц – это очень важно. И вот сегодня я бы хотел с вами поговорить на эту тему. И вот одним из вопросов, с которого мы начнем, я бы хотел задать вопрос, посвященный этапам кредитования. Потому что ни для кого не секрет, это достаточно серьезные этапы, включающие в себя ряд мероприятий. И вот об этом бы хотелось бы сегодня услышать ваше мнение. Добрый день еще раз, Артем. Действительно, очень актуальный вопрос. Как правило, выделяют 4 основных этапа кредитования. Первый, наверное, самый ключевой – это проведение переговоров, когда банк с компанией встречается, выявляется потребность, структурируется сделка, обсуждаются основные условия будущей кредитной сделки. Вторым этапом на основе достигнутых договоренностей собирается пакет документов. Как правило, это финансовые документы, юридические документы, документы, связанные с залогом и прочие необходимые документы для анализа кредитной сделки. Вы говорите, что сначала идет, естественно, встреча с клиентом. А вот такой вопрос. При встрече с клиентом уже бывает понятно, что этот клиент будет соответствовать требованиям или не будет соответствовать требованиям? Или все равно, даже если вы чувствуете, что не будет соответствовать, все равно вы запрашиваете документы? Нет, конечно, такой задачи нагрузить компанию сбором документов у нас нет. Но сейчас ситуация такая, что существует, по сути, 3 основных фактора, когда банк точно не пойдет в кредитование этого клиента. Так называемый стоп-фактор. Первый из них – это если клиент имеет существующую просроченную задолженность, то есть он уже сейчас не в состоянии обслуживать свои кредиты. Таких заемщиков банк, как правило, не рассматривает для кредитования. Второй стоп-фактор – это наличие сведений о клиенте, что он замешан в каких-то мошеннических действиях, либо действиях, связанных так называемым законом об отмывании средств и финансировании терроризма. Если у нас имеются сведения о том, что клиент участвовал в подобных операциях, с такими клиентами мы также не ведем переговоры о кредитовании. И последний существенный стоп-фактор, при наличии которого мы никогда не рассматриваем компанию на кредитование, это наличие судебных исков и процедура банкротства. То есть если уже сейчас по существующим искам понятно, что компания находится в предбанкротном либо банкротном состоянии, то таких заемщиков мы также не рассматриваем для кредитования. Руслан, давайте вернемся к началу первого вопроса. Я так понимаю, не все этапы мы озвучили. Какие еще есть этапы кредитного процесса? Но мы с вами обсудили 2 этапа. Первый – это встреча и проведение переговоров о структурировании кредитной сделки. Второй этап – это сбор документов. Третий этап очень важный и, наверное, больше всего беспокоит компании, потому что он закрытый. Как правило, компании жалуются, что этот процесс непрозрачный. Это процесс анализа и принятия решения. Различные службы, ну, как правило, около 5 различных служб банка анализируют предоставленную отчетность, анализируют юридические документы, анализируют деловую репутацию клиента, анализируют залоговое имущество и готовят свои заключения для кредитного комитета. Существует такой этап, как независимая экспертиза рисков, которая подтверждает выводы вышеуказанных служб, и после этого сделка выносится на кредитный комитет. Кредитный комитет, как правило, соглашается с заключениями служб, либо вносит какие-то корректировки. Это был третий этап принятия, анализ кредитной сделки и принятия решения на кредитном комитете. И четвертым этапом является
обслуживание кредита, выдача средств, обслуживание кредитов и самое главное – это своевременный возврат средств. Я думаю, это, наверное, самое главное, да, в работе банков. Но вот я так понимаю, что в рамках финансовой грамотности для компаний, да, для корпоративного бизнеса, в принципе, вот понимание этих этапов, о которых вы сейчас сказали, дает им возможность не бояться, а всегда использовать те ресурсы, которые они могут привлечь для своей работы. Конечно. Руслан, вот следующий вопрос, который, я думаю, будет тоже интересен нашим слушателям, собственникам бизнеса, директорам, генеральным директорам, всем, кто непосредственно завязан на хозяйственные процессы. Вот как себя вести компании, у которой возникают проблемы с платежеспособностью, которые, конечно же, могут за собой повлечь определенные проблемы с возвратом кредита? Артем, ну, здесь самое главное является это открытость компании и своевременное исполнение существующих договоренностей. О чем я говорю? То есть, если компания чувствует, что у нее начинаются проблемы с возвратом кредита, то первое, что она должна сделать, это обратиться в банк, сообщить о надвигающейся проблеме, и совместно специалисты банка и менеджмент компании сядут и договорятся о дальнейшем плане урегулирования возникшей либо потенциальной проблемной задолженности. Здесь очень важно быть открытым с банком. Для понимания, банк всегда заинтересован в урегулировании проблемной задолженности. То есть мы всегда стараемся с клиентами договориться о так называемой кредитной стратегии, не дефолтной, то есть стараемся вернуть бизнес к здоровому состоянию. И еще раз повторюсь, ключевое это, чтобы компания была открыта, прозрачна и как можно раньше сообщила о возникающих проблемах. Со специалистами банка обсуждается план действий, вырабатывается стратегия оздоровления предприятий, потом самое главное этой стратегии придерживаться. Это также, к сожалению, в банке стандартный процесс, мы нередко с этим сталкиваемся, умеем работать, и ключевое – это быть в одной команде, работать в одной команде с банком. Ну вот, что мне очень понравилось в вашем ответе, я думаю, что я сейчас хочу на этом сакцентировать внимание наших слушателей. Вы говорили об открытости компании, это все правильно. Но самое главное, как я понял, может, вы меня поправите, может быть, я что-то упустил, но вот самое главное, или, скажем так, с чего в первую очередь нужно начинать заемщику, компании, это самое главное, если он заранее сам видит, что могут начаться определенные проблемы с выплатой кредитов, не надо сидеть в кустах и молчать, и вот, не знаю, там, бояться и чего-то, ждать, когда... и ждать, да, угу. Когда Дамоклов меч опустится. Да. Нужно, скорее всего, сразу же, увидев, спрогнозировав эту ситуацию, что такое может быть, хотя еще не наступило, но может быть, всегда прийти и поговорить с банком о своих проблемах. Обратиться в банк за реструктуризацией. Да, и вы всегда поможете, вы всегда дадите возможность тому, чтобы найти какие-то эффективные решения, которые выправят ситуацию и будет положительный эффект как у корпоративного бизнеса, так, соответственно, и у банков. Конечно, совершенно верно. Руслан, вот у меня следующий к вам вопрос. В структуре хозяйственных взаимоотношений разные компании чувствуют себя по-разному. Есть те, кто только начинают свой бизнес и развиваются быстрыми темпами. Есть те, кто уже достигли определенного уровня роста и практически заняли свою нишу и продолжают свое развитие. Есть более компании, которые уже давно на рынке и практически роста в них не происходит. Но я думаю, что каждый из этих видов компаний, из этих корпоративных заемщиков, как мы и говорим, нуждаются, естественно, в определенных кредитных ресурсах. Но вот мы с вами до этого говорили о том, что необходимо делать, чтобы не допустить там кризисов, то есть сработать в предкризисный момент.
А скажите, как должна выглядеть компания, ну, которая с вашей точки зрения вообще она идеальна, то есть она в принципе без проблем способна привлекать к себе кредитные ресурсы для дальнейшего развития? Я опять об этом говорю, потому что мы сейчас с вами говорим в рамках финансовой грамотности, и любое юридическое лицо, глядя на свой баланс, на свои закупки, на свои продажи, должно прекрасно понимать, одобрят или не одобрят. Вот как должна выглядеть эта компания? Хороший вопрос. Давайте я разделю ответ на две части. Ну, представим себе первую ситуацию. Компания уже стабильно работающая. Нужен кредит на пополнение оборотных средств. Не инвестиционный кредит. Мы, как правило, в банковском бизнесе делим кредиты на пополнение оборотных средств, краткосрочные кредиты и инвестиционные кредиты, это, как правило, долгосрочные кредиты. Если говорить про пополнение оборотных средств, стабильно работающая компания решила увеличить оборотный капитал. Здесь прежде всего мы оцениваем финансовые показатели компании, оцениваем выручку, отрасль, в которой она работает, ее достижения, которых она достигла на текущий момент. И оцениваем опыт, очень важно, топ-менеджмента компании. То есть, насколько они являются экспертом в своем бизнесе, как они давно работают и каких успехов достигают. Но вот если сказать попроще и своими словами, то можно так структурировать. Существует три главных момента, на которые обращаем внимание. Первое – это рынок, на который компания работает. Второе – это бизнес-модель компании, то есть как она достигает успеха, как использует свои сильные стороны. Это всегда отражается на финансовых показателях. И последнее – это команда компании. Чем она опытнее, чем она амбициознее, устремленнее и чем она является более ответственной со своими контрагентами, тем выше шанс одобрить кредит для этой компании. Вы знаете, Руслан, очень похоже на то, что мы делаем на рынке ценных бумаг для наших инвесторов, для наших клиентов. Когда мы формируем портфель акций, мы выбираем разные компании, рекомендуем включать те или иные компании в свой портфель. И вот мы смотрим даже вот то, что вы сейчас сказали. Мы также смотрим на объем выручки, на финансовые показатели и тоже оцениваем топ-менеджмент. То есть понятно, какая бы хорошая выручка ни была, финансовые показатели, хорошая отрасль, но если сам топ-менеджмент неэффективен, у нас даже есть определенные коэффициенты, как мы это оцениваем, то, соответственно, те акции, которые будут куплены нашими клиентами, могут показать не очень хороший результат. И поэтому все, что вы сказали, практически так же мы оцениваем для инвестиционного портфеля. Поэтому я считаю, это действительно очень правильные и адекватные показатели, при помощи которых любое юридическое лицо может даже осуществить самопроверку своей деятельности, насколько оно соответствует там, или не соответствует. Конечно. Я не думаю, что у нас должны различаться подходы и в банковском бизнесе, и в бизнесе ценных бумаг. Подходы примерно одинаковые. Если говорить про второй случай, когда компания хочет взять инвестиционный кредит, расширить, например, производственные мощности, очевидно, что в данном случае наш фокус анализа смещается на анализ инвестиционного проекта. Там несколько иные показатели анализируются, такие как дисконтированный денежный поток, внутренняя норма доходности, коэффициент покрытия долга. Ну, тоже не хочется сейчас уходить в дебри финансовых коэффициентов. Наверное, если говорить простым языком, то там точно так же очень важна бизнес-модель, как компания собирается использовать новые производственные мощности. Часто слабым моментом является маркетинговая составляющая. То есть очень важно иметь подтверждение об увеличении объемов продаж. То есть очень важно, чтобы был корректный и аргументированный маркетинговый план. Ну и опять же, очень важна поддержка группы, то есть насколько, какую часть средств готова вложить компания собственных средств в этот инвестиционный проект, насколько она готова разделить риски по этому инвестиционному проекту с банком. Ну, как правило, не менее 30% – это необходимая доля собственного участия в инвестиционном проекте. То есть, если вы хотите проект на 10 миллионов, то как минимум 3 миллиона у вас должно быть собственных средств. Ну, вот здесь я бы хотел тоже выделить такие
важные точки, да, на которые необходимо обратить компаниям, когда они обращаются за инвестиционной поддержкой, да? Я так услышал, что в принципе как бы выстраиваются определенные финансовые показатели, но слабое место обычно бывает маркетинговый план. То есть именно вот здесь нужно подтянуть свои знания компании, если она хочет участвовать в инвестиционном процессе, да? То есть получить средства на развитие какой-то инвестиционной идеи. Такой совет вы могли бы дать, что нужно обращать внимание не в первую очередь, а как бы исходя из вашего опыта, что в большей степени... Особое внимание. Да, что в большей степени вот страдают вот эти моменты, да, маркетингового плана, как компания будет осуществлять продажи, как будет строиться выручка. То есть посоветовать нашим слушателям, юридическим лицам, корпоративным, так сказать, компаниям, да, обращать внимание на маркетинговый план, когда, если, допустим, бизнес хочет привлечь инвестиционные ресурсы. Совершенно верно. Руслан, вот мы с вами рассмотрели разного типа компании, которые кто-то уже взял кредит и, к примеру, понимает, что у него могут возникнуть какие-то негативные процессы, и он должен вовремя об этом сказать, чтобы решить эту проблему. Мы с вами рассмотрели и дали советы, что мне очень понравилось, нашим слушателям в рамках финансовой грамотности для юридических лиц, советы тем, кто только вступает и хочет себя оценить, насколько он может привлечь кредитный ресурс, насколько он соответствует вообще правилам. И я бы хотел затронуть еще третий вопрос. Вот третья категория, как мне кажется, существует. Это компании, которые уже взяли кредиты, работают, эффективно работают, но по каким-то причинам они понимают, что им нужно еще больше привлечь средств, возможно, там для развития своего бизнеса, для более эффективной работы с текущими процессами, которые происходят у хозяйствующих субъектов. Вот что бы вы посоветовали и как бы охарактеризовали ситуацию, когда, в которой компания уже имеет определенную кредитную нагрузку, можно так сказать, и хочет ее увеличить? Как ей быть в такой случае? Угу. Ну, давайте, наверное, отвечу так. Можно выделить три основных ситуации, когда компании следует брать кредит, ну, если даже она сейчас кредитуется. Первое, как правило, возникают какие-то изменения в условиях взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. Существует риск понижения ликвидности и может так называемый кассовый разрыв случиться в ближайшем будущем. Чтобы его закрыть, необходимо получить денежные средства, увеличить оборотный капитал. Ну, то есть, если вы прогнозируете разрыв ликвидности, то имеет смысл обратиться в банк с тем, чтобы этот кассовый разрыв не допустить. Второе, если компания развивается, бизнес растет, выручка увеличивается, рынок позитивный, компания хочет расти вместе с рынком. Для этого также надо увеличивать оборотный капитал. Компания обращается в банк и делает это с помощью банка. Ну и третий пример, который мы с вами чуть ранее разобрали, компания проводит агрессивную политику, хочет расширять производственные мощности, открывать дополнительные проекты. В этом случае компания обращается за инвестиционным кредитом, получает его, получает дополнительный объем бизнеса. Вот такая третья ситуация. Ну, то есть здесь в рамках нашей беседы можно посоветовать нашим слушателям следующее. То есть первое, то есть три этапа. Первое – это кассовый разрыв. Если компания видит, что может произойти кассовый разрыв, она может обратиться за решением своих проблем. Второе – это когда происходит рост и необходимо увеличение своих оборотных средств. И вот мне понравилось, что третьим пунктом вы выделили ситуацию, когда компания готова развиваться агрессивно. Тогда нужен, конечно, инвестиционный кредит для того, чтобы можно было завоевывать нишу определенную, где она находится, развиваться определенными темпами своего роста и, соответственно, увеличивать свои доходы. Я думаю, что вот эти три момента, три показателя или три таких фактора, на которые необходимо обращать всем корпоративным клиентам, юридическим лицам. Руслан, спасибо, что вы пришли к нам в гости. А с вами была программа «Вопрос по делу». До новых встреч!